Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы будем начинать... Ну, как начинать? Мы будем продолжать нашу прокачку монаха. И как вы думаете, почему не выложена предыдущая серия? Да потому что записался черный экран, и там было так эпично. Там было все такое эпичное, и был черный экран, естественно. И там ничего не видно. Звук только был. Ну, я решил, естественно... Знаете, что сделать? Я решил, естественно, просто... Просто удалить эту запись. Но другого-то ничего нельзя было сделать. И давайте-ка продолжим нашу прокачечку. И нам что нужно делать? Нам нужно встать в очередь. Которая, кстати, есть. Ну, то есть, под землей. Ну, то есть, вы поняли. Итак. У меня скоро заканчивается подписка на Вовку. И я сейчас буду заснимать кучу серий. Либо один, как стрим, только не в прямом эфире. Вот, но я буду, естественно, его по частям выкладывать. Это уже естественно. И вот, я думаю, сегодня мы прокачаемся левела так до 55-го. Ну что ж, поехали. Опять аукционный дом, кстати, у нас аукционный дом. У нас продалась вещица одна. Две. Льняные ткани продались. Опа-на, и материал. Итак, у нас уже не... Там, не 40 или 50 голда, 73 голда у нас уже, это довольно-таки хорошо, и давайте побежали. Так. Ну, в предыдущей серии у нас, конечно же, было 50 или даже 40. В общем, вот, бежим. Окей, не в ту сторону мы бежим. Так. Давайте побежали. Ирка. Моя кошка Ирка. Ну, или рисочка. В жопе пиписочка. Я не знаю, почему так передвигаюсь, если я как бы могу сесть спокойно на тигра. Ну, я такой человек, вы должны это понимать. Да ну все в жопу, давайте на тигра сядем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, хоп. И нам надо в темнолесье. И теперь просто летим, я не знаю пока что делать. Это сейчас будет скучно. И опять забыл ту песенку, которая мне понравилась, которую я... Господи, как же долго лететь. Ну, поскорее бы у нас, естественно, 90 левел. Может, даже сегодня до 90 прокачаюсь, я не знаю. В принципе. Ну, думаю, мы будем качаться до... Мы, давайте будем качаться, я не знаю, до кудова. О, господи, о, господи. Сегодня мы, наверное, по-любому до 55-го докачаемся, я не знаю. Ночью, может, еще там позаписываю. Ну, это как получится. Дело в том, что я ленивая жопа, и мне будет лень платить. Потому что я хочу сюда в плоечку мою поиграть, в СС-4. В принципе, с как эта штука называется? PlayStation Plus, чтобы в Battlefield 4, в Battle 4, по сетке играть. Вот. Вот так, может, на своем этом Твиче, Сереж 1500, там, будут стримы, там, War Thunder. Я не знаю, может, даже не сегодня, по-любому не сегодня заплачу. Так что будет только War Thunder. Только War Thunder, только хардкор будет. Вот как-то так. Так что... Окей, мы летим туда. Почему не могу просто взять и спрыгнуть? Где мне надо? Пока летим по маршруту. Господи, когда-то Blizzard сделал такой парашют, типа. Эффект парашют. Помню классик или БК, там вообще можно было просто на грифоне бегать. Ну никак не следишь. Помню, было такое дело... Ничего нельзя было сделать, просто вот так вот на грифоне по земле летаешь со скоростью бега обычного. И все. Теперь просто валим в тенистую долину. Да. Сколько нам осталось? 11 минут среднее время ожидания, говорит нам эта штуковина, но и все равно нам это ничего не поможет. Просто бежим. Так, это вот у нас Ворген тут прыгает, бегает. Думайте, что хотите, но, в общем, он бегает. Давайте заглянем к нашей упырке, утырке. Надеюсь, она нам теперь появится там.
Ну, хотя, да. Может, скоро будем с другом тут снимать. Мы будем прокачку нашу. Ну, у нас уже, в принципе, есть левелы. Шестые. Я не знаю, в принципе, может, стоит, но когда моя ленивая жопа не поленится и просто. Просто. Надеюсь, это что-то там стоит. В общем, оно стоит! На-на-на-на-на-на-на. Привет, утырка! Я тебя так долго ждал, а ты не появлялась. Я к тебе приходил, проверял тебя. Анна! 3000 опыта. Ладно, сейчас мы их завалим. Та-та-та-та-та-та. О, да. В общем, вот все, теперь можем валить отсюда. Надпись не нашлась. Итак. Блин. Яксель Макс, Каксель Боксель. Японобог. Атана. Ата. Все. Сейчас мы тогда сюда бежим. В северную тернистую долинку. Так, понятно. Этих всех ребят мы помним, естественно. Ну, может, помните, если. Я не знаю, я там целый час это видюху пилил. Там было так эпично. Так эпично было. Было. Пока не сплыло. Итак, сейчас мы. Что? Замечательно. Пирожок. Вот та-та-та. Я знаю, что мы с этой штукой сделаем. Что мы с этой штукой сделать. Точно. Все, давайте, ребятки, побежали. Просто побежали. Что за... Понятно. Он нам ничего не сделает. Я так думаю, что ничего не сделает. Как-то долго он бежал вот отсюда, считайте, вот до сюда. Хотя, понятно. Эй! Ничего себе, какой дерзкий. Прям на дерево напрыгнул. Итак, бежим. Бежим куда? Правильно, сейчас мы делаем прыжок. Прыжок, прыжок, сюда, прыжок. Перепрыгнули. Не лагать! На скайп улезает, у меня лагает, я не знаю, почему, с чем-то связано. В общем, наверное, со скайпом связано. Рыбомания у нас будет, но я не участвую ни в какой рыбомании. Да, все, ребят. Вы нарвались. Много бы мне хп вынесли, но я это просто так не оставлю. Естественно, запинаю вас. Так, мы вызвали чечетуцы, давайте ее соберем. Оп. Естественно, она нас не подхилила. Так, просто бежим через усадьбу Йоргена, где трупоросль. Вонь гниения, нахнись поближе. Понятно. Говно всякое. Трупоросли. Вернее, с трупов выросли. Выросли, говорю. Выросла. Итак, окей, надеюсь, сундук. Здесь должен быть сундук. А может быть, здесь сундук? А здесь будет сундук? Нет, тут нет сундука. Я требую сундука, который появляется каждые полчаса, если уже ничего не поменяли. Ну, ничего просто. Интересно, босс каждый час появляется. Итак, друзья, та-та-та-та-та-та, мы появляемся где правильно? В тенистой долине. И у нас уже скоро 27 уровень. Господи. Мы должны здесь находиться с 25-го. У нас уже скоро будет 27 уровень. Да, раньше здесь ходил этот коровка такая, коровка раньше ходила, ну это какой-то храбрец там, ну знаете, коровка ордынец раньше здесь ходила. Ее, по-моему, убрали. В Личе еще, по-моему, ходила здесь. Ну это ладно, это еще ничего. Нормальненько, все так. Прыжок, прыжок, прыжок. Вот сюда. Да, круто все. Открыли новый маршрутик. Так, бежим, 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 как прутик. Лейтенант Доран. Так, Рад встрече. Паукай. Встретиться с тобой большая честь. Да благословит тебя свет. Чем могу быть полезен? Интересно, да как? Счастливого пути. Ничего нам здесь не нужно. Чем могу быть полезен? Так, Поешь неисправный горшок. что-нибудь.
Значит, несправный горшок я его не буду. Не буду его делать. Я знаю, что тут халявный опыт, но я его все равно не буду делать. Уж нахрена мне это надо, если я сейчас просто... Уже два человека нашлось. Если я сейчас просто схожу в подземелье. Молодой пантера. Молодой пантера. Молодой пантера. Ладно, сейчас мы запрыгаем здесь. Ничего не получилось. А, фак. Ладно, тогда бежим сюда. Это надо еще раз... Долина Ревун, и как-то я быстро разговорился, нужно чуть помедленнее говорить. Не подойдет, надо чуть побыстрее, не подойдет. В общем, буду говорить спокойно, спокойно. А то у меня как будто бы шило в заднице. Ну ладно, ничего, это все нормально. Такс. Я вообще внимание, потому что друг сидит, если что-то тут услышите чихи, это все нормально, у меня друг сидит. Вот, сейчас надо этих подпинать людишек. Партизанов Куцина. Ух, как-то мы быстренько с ними разделываемся. Ага. Сопротивление? Это же сопротивление. Одна ци, супер. Эй, мужичела. Ху! One shot, one kill, no cheat, just cheat. Ой, блин, no skill, just cheat. Офигенная штука, если кто не знает перевода, то там один выстрел, one shot, один kill, ну кто учит там немецкий. Одно убийство, один kill. No skill, типа, ну не скилловый игрок, just cheat, просто cheat. Ну, так вот. Теперь нам осталось собрать зелье джунглей. Там, видимо, кто-то у нас заболел, я не знаю. Ага, не глотнешь ты сегодня зелье, упыр. Упыр. Грона. Японское говнёно. Вот этот тут глотнул следящего зелья, ну ладно. Не у всех, да, не у всех. Так, пастухи нам уже ничем не помогут. Нам помогут тут эти вот друзья. Так, у нас есть... Да. Сейчас примерно еще полчасика записываем. Я делаю паузу, типа. Ну, типа, паузу. Нет, не паузу, а выключаю видео, потому что нет паузы. Выключаем быстренько видео. И записываем еще где-то целый час, потом я полностью включаю видео. И быстренько ем. Потом быстренько включаю видео. Говорю всем привет. Зачем говорить всем привет, если... Окей, давайте тоже сейчас напишем привет. Привет. Все, мы написали ему привет. А там... Я ему еще помогал. Все, нараздавали всем леща. По самое хочу. Или не хочу, решайте как хотите. Я, наверное, еще буду сейчас записывать игру. Ну, как сейчас? Скоро буду записывать игру. Она называется у нас... Asterix и Obelix XXL. Игра моего детства, ну как... Ну да, детство. Еще можно будет потом на плойке 4 Odd World записать. Ну да, естественно. Я, наверное, ставлю ссылочку на мой Twitch канал, на котором я, в принципе, ты не сижу, наверное. Ну как сижу, когда на PlayStation что-то записываю. Но это все нормально. Теперь у нас хотя бы есть самоотхил, это еще более круче. Почему просто их запинали, как детей? Господи, у нас уже почти новый уровень. Даже квестов-то никаких вроде не выполнили. Так, ну в общем, все нормальненько так, все, давайте. Ничего ты не выпьешь, мужичела. О, да, зато он... А, так он не выпил, он ему дал, да. О, у нас две единицы. Это можно снимать? Пошёл, вижу. Так, давайте бафнемся. Так, ты у нас кто? Понятно. Опа-на-па-на. Жбан.
Так, мы нанесли 33 тысячи уже урона. И это довольно-таки неплохо. Так, немножко единиц ци надо. Оп. Оп, оп, оп. Ничего-то не выпьешь. Ой, господи, дурное лекарство. Зириджин, ты наркота, что ли? Да, вот сейчас бы в каком-нибудь Личе, да? Пиратском. Где бы сейчас, вот здесь прям под башней бы сейчас ходили мобы просто. Я уверен. Под башней бы сейчас просто ходили. Диверсантишка. Который уже ничего не дает. Чем я постоянно бафусь, я не знаю, просто такой колокольчик прикольный, вот и все. И так, мы еще одного запинали. Бря. Так, здрасте. Как у здоровья? Можно мне? Пожалуйста! Можно? Нет, нет, нет. Злой какой, а. Эй, мужня. Мужичила. Давайте его ваншотим. Блин, уже сражаться. Так. Блин, да ты упырь! Ты упырь. Упырь. Да, ты не упырь. Новорожденный, это не сидит детеныша. У нас есть детеныш кнута хвоста, вот на него мы сейчас и будем выполнять просто квесты. Мы сейчас чисто детеныша будем. Чисто, чисто только детеныша. Ну там еще если какой-то квест туда вместе выполнять, то еще с ним. Я хочу себе этого детеныша вообще, ну, как бы, себе его хочу. Вот поэтому мы сейчас будем на него квесты выполнять. Ну, еще там побочные, которые рядышком. И у нас, короче, сейчас будет 27 уровень. Это не может меня не радовать. Конечно же, я хочу 46 уровень. Танцующий журавль. Это охрененная способность. Я уже... Не знаю, что я хочу. Ну, вы еще это понимаете, да? Будоражащий отвар. Не столько отваров будет, это ж пипец. Надо их будет потом изучать еще. Буря, земля и огонь. О, ого, понятно. Лучше мне не знать, что это такое. Что тебе угодно? Даже не хочу знать, что это. Так, что задание, achievement get? Эй. Так. Здрасте. Так, ребятки, давайте поздравим друг друга. И у нас уже 27-й левел. Level up. Level up. Level up. Так. Окей. Ну, сейчас все равно туда надо идти. В здание только там надо идти сейчас будет. Да, и мы уже рекрут гильдии гвозди. Такс. Пипец какой-то. Угу. Это не стесняйся, говори. Все равно, да, не может тебя не будет слышно. Да, я тут с другом сижу, я уже повторял. Говорил, точнее, повторял. В общем, нам нужно спасти сначала людей. Упыря тут до сих пор валяются, да. Никто еще не убрал эти трупишники. Нам надо спасти вот этих вот мужичев. Теперь они тоже будут там в лагере стоять. Говорить, иди туда, сходи туда, пожалуйста, и все. Два друга тут, видимо, бегают. Ну, сейчас нам нужны только хрусталиски эти. Пастухи, курцына, япошка. Эх, япона, баралач, да-да. Что за пипа? Пошёл нахер, жопа! Убегаю, как пока могу я! Ла-ла-ла-ла. Ваншот. Господи, какая это смерть? Это вторая, что ли, у нас? Я не помню, какая это смерть у нас. Ну, это ж жопа. Сука, на меня людей там напало. 4 тигра.
сколько там, 5-6, у которых урон как у обычного чувалечка, который еще и дебаф дебаф на меня вешают, который постепенно мне шестерно снимает, и так с каждого тигра все на комплектуется, и в общем как один удар. Ой, один василиск и 6 пастухов. Неплохо так. Нет, никто не видит. Никто. Только призраки меня видят. Так, давайте призовем душу. Бафнемся еще раз. Ай, блин! Немножко похилимся. О, я мог закон кармы повесить. Я бы был невосприимчив к урону. Блин! Кушай, 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 молодец, кушай. Да, кушай. Мя. А тут все маленькие, они классные. Пока еще нет такой возможности, чтобы они выросли. Нет такого, да, я еще ни разу не видел выросшего детеныша. Ни разу. Так что пока только так живем. Кушай, молодец, кушай, маленький, кушай. Покушал? Херакс, минус 3! Причем здесь минус 3? Да, я посмотрел немножко лесничка так. Ого! Увидели? Я наступил на эту сферу, и мне восстановило ХП. И мне восстановило, мать его, ХП. Извиняюсь, за мать его, ну. Я не знаю. Я матом не ругаю, все хорошие. Так, бежим туди. Ра-та-та. Давай позови своего друга упыря. Эй, упырь. Упыток. Я вспомнил песню. Я вспомнил песню. Я просто вспомнил. Просто вспомнил. Я вспомнил песню. Просто вспомнил. Я вспомнил. Ло-ло-ло-ло вспомнил. Я вспомнил песню. Просто вспомнил. Я вспомнил песню. Просто вспомнил. Я вспомнил песню, я ее вспомнил. Кушай, кушай. Ух ты, две сферы. Ну, слушайте. Охренеть, что? Долинный ревен. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Иди сюда, ревен. Опара, опапа, опара. Куда ты? Ашечкой. Ну, было. Я имел в виду, я хотел 3. А ладно, сейчас мы все застанем, а мы ничего не сделаем. Подхилимся. Оп. Монах это такая штука неубиваемая, которая умеет хилиться. Но пока что у меня... Ну, блин, пока я не умею хорошенько хилиться, не только у меня... На 26 уровне вот эта хилка появилась. Первая. Так что нормально. Все нормально. А, он уже все поел. Окей. Я в данже 170 нанес, и все меня там догоняли. Даже Рога полностью одетый, он нанес 100 тысяч урона. Полностью в наследку одетый. Полностью. Полностью. Линдон-л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 индон
сказать приуэт, но получилось проуэт. Окей! Нам не хватало одного танка, и все вышли из очереди. Либо опять все просто вошли в подземелье. Меня даже не пригласили. Я вам предлагаю пройти на запись
игрушку Metro Last Light. Или просто Metro 2033. Вот, новую Metro не смогу пройти, так как я бомж. Да, они друзья, они получили Никсовую Пантеру. Вот они. Катаются. Да, это друзья, два друга. Да, это два друга. Привет. Вот у нас не получилось, потому что Даня активировал эту версию. Всего хорошего. Но это, в общем-то, не обидно, все равно сможем вдвоем играть. А, Даня. Потому что первая у него не могла никак активироваться, у нас все активировалось. У него активировалось. Нет, у тебя на WoW 1 не могло активироваться. Вот. Рад встрече. Ага, вот нам надо сейчас туда идти, чтобы дальше нашего ребенка прокачать, чтобы мы потом выполнили квестовую цепочку на нашего ребенка, вот на этого. И он с нами везде бегал, не только в северной тенистой долине. Он только в северной, ведь, да, призывается? Да, примерно слышно в пределах северной тенистой долины. Да, дальше он не идет. Пока что нам надо в глубокие корни. Он там идет, по-моему, череп, если не ошибаюсь. Череп этот. Опа-на. Так, осталось нам снимать совсем чуть-чуть. Ну, ладно. Я думаю, прям в данже выключу. А, он, ему не могут атаковать. Осталось найти нам только танка. Так, броню, каменный горшочек. Поговорить с Эмбем. Мертвым, младше. Раньше здесь старший стоял, там в классике и тому подобное, но теперь здесь стоит только младший. Давайте сейчас найдем 14 страницу, потому что в классике, по-моему, Полича, мы находили все страницы, кроме 14-го. Теперь осталось найти только 14 страницу. Такс. Давайте добежим туда, в принципе, нам туда только и надо. Я сказал, нам только туда надо. Ты понимаешь, жижа, бэм-бэм-бэм-бэм. Хотя нет, я просто здесь не могу, как мы еще в дальше сейчас сходим. Это будет до 12. Вот. Потом у меня будет перерыв. Перерыв у меня будет. Оп. Опа, сфера уже в меня вошла просто. Две страницы, нам нужна только одна страница, мы ее взяли. А тут это тебе ни, по-моему, ни быка и ни классик здесь. Тут все вещи всех этих мужиков. В одного просто. Ты одного обыскиваешь, и там все вещи со всех сразу. То есть всех не надо обыскивать. Да. О, то есть тут всех не надо обыскивать уже. Уже не надо. Сейчас мы собираем ту табличку, и он... Ну, тогда. Да. Вот кому-то это лучше, а вот стареньким игрокам это уже не привычно. Опа! Видали, взял оттуда черепок. Башушную ящер нашел себе новую игрушку черепа, лежащую неподалеку горы черепов троллей. Эй, признес. Вы не можете понять, чем этот череп отличается от остальных, но животное не хочет его давать. Осборн пропел Лерс, гном, которого освободили из лагеря Курсона, отлично разбирается как в истории троллей, так и в их физиологии. Может быть, он поймет, чем этот череп отличается от остальных. Ё-моё! От остальных, короче. Все собрали и просто валим отсюда. Итак, валим отсюда. Так, я-то понимаю, танки у нас вымирающий вид. Может, даже мне стоит перейти в ветку танка. А дальше волны. Ну, танков, видишь, нету, танков нету. Просто видишь, вот танк. Видишь, такой щиток, у тебя танк. Он принимает на себя весь урон.
Вот ты сейчас нету, видишь, совсем. Я вот думаю, мне вот и надо за танка. Сейчас мы на 30 уровне возьмем вторую специализацию. Она у нас будет под названием танк. Мы как раз посох там и не убирали. Посох там и никуда не дели. Он, правда, не наследуемый. А, нет, все, ребятки, нас принимают. Итак, друзья, добро пожаловать. Да уж. Гномий Реган в World of Warcraft Classic. 2004 год, хотя может было не добавлено не в 4 году. Но оно уже все переделано, по-моему, уничтожьте липкую муть. Побежали, друзья. Уничтожьте его всегда. Итак, наконец-то нашелся тот, кто меня сможет обогнать. Ура, я на 3-м месте, не на 1-м месте, не на 1-м месте. Полно, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Сразу вниз, друзья. А я ему, по-моему, там не столько. Нормально все. Сейчас мы гэшечку сделаем. Ой, липкая муть, это у нас уже босса, если не ошибаюсь. Давайте сразу дадим всем по массу урона. Чтобы все знали. Да, наконец-то! Танк меня просто... По урону переодолевает. Я счастлив, естественно. Что наконец-то нашелся тот, кто бьет сильнее меня. А то я уже думал, что я какой-то проигрок стал. Но нет, как видите, наконец-то я разучился. Хотя не разучился, просто он... Да, вот этот танк, видишь, вот он на себя весь, его все бьют, он на себя весь урон принимает. Это гидротрость, посох двуручная. Возможно, если написано, вы можете сшить под водой. Зачем мне? Я не ношу посохи. Хотя, наоборот, я их ношу посохи. Так. Я же монах. Я должна быть трость хотя бы какая-нибудь. Я бы взял себе, наверное. Чтобы только дышать под водой. Нет, давайте. Некоторым людям... Да, вот шаман это ни к чему вообще. Он может себе бафнуть на дышание, ну блин, дыхание под водой, чтобы можно было дышать под водой. Он может себя просто бахнуть. Давайте вот этого ваншот, one kill, no skill, just cheat, да? Вот можно найти на мой, может, можно сходить на мою сферу и открытый грязный предмет. Раньше выполняли все квесты до единого, потому что в классике квестов вообще не хватало. А здесь можно даже выполнить 3-4 квеста и можно отправляться на... Что это сейчас было? Можно отправляться на другую локацию. Нет, о, не видишь, элитные. У них у всех здоровья больше, это заточено под группу. Чтоб лечили, у них урон очень большой, чтоб их еще лечили. Кого? Нет, я его не смогу сюда. А там у него не полный здоровье было. Эта штука активируется только когда 100% убьет. Я и говорю, эта штука активируется только когда 100% убьет. Она сама знает, когда она убьет 100%. Смертельное касание, ну так и называется, поэтому. Электрошокер 6000, да, она сама активируется. А у меня сейчас уже будет 28, если я не ошибаюсь. Ну да. Здесь это очень быстро. По крайней мере. Очень быстро. Когда 100% будет, она сама активируется. Надо будет потом, наверное, в танка спрыгнуться. Конечно, они элитные.
Если бы ты в одиночку их тут убивал, он бы тут нам всех делится. Возможно, бы и по 1000 убивалось. Да нет, самому бы не удалось, мне кажется. Это немножко пропиар. Это реально немножко пропиар. Так что это не иначе. Может, некоторые с моего канала на твой тоже, тоже будут смотреть. Твоего лица там, моего лица. И вот, у меня уже скоро новый левел. Это довольно-таки так неплохо. И мы сразу... Чё? Ты понос лысый? Он дебил. Не надо за ним идти. Он сразу на босса полез? Босс-то, вот он там стоит. Вот он босс-то ходит. Вот он, 22 тысячи. Да. Да, так он одетый, он этот. Он твинк, он твинк, он твинк. Ладно, побежали без танков тогда. В принципе, танк знает, что босс. Чё, ему не нравилось? Да. Ладно, мне, наверное, сейчас придется на себя держать. На себе, точнее, держать. Так я в курсе, вот представь, у меня вот то же самое было. Так, когда я в другом... Ну, понимаешь, он там, в принципе-то, я постоянно... Он паладин, он себя может сам полечить, в принципе. Он тут может все один просто пройти все под землю. Но очень долго будет проходить, очень долго. Может, будет местами сдыхать, я не знаю, но он твинг вообще. Нет. Опа, новый левел. 28-й вывести из строя, я потом разберусь, что это такое. Давайте на X поставим. В принципе, мы становимся сильнее. Это не босс. У него 5000, это всего лишь защитный скафандр миротворца. Нифига он мир это не хочет, он на нас напал. До сих пор живой. У него полное хп, и он дерется со всеми. Ну, при умелых руках-то любой может так, машину для убийства персонаж. Опа-на! Да, я бы хотела узнать у хила, почему. Стоп, а где хил-то? Я не въехал, реально, где хил. Хил-то где? Все, сейчас меня резнут, друзья. Я не понял, какого хрена я вообще куда делся. Кикушан Кио. А, он с танком убежал, Кикушан Кио. С танком он убежал? Дебил, нам его не убить. Ладно, попробуем его сейчас сразу застанить. Это не мой волк, это охотник. Резай постоянно его. У меня есть закон кормы, я в курсе. Я в курсе, но у меня будет сказано больше. Все, сейчас закон кормы. Все, я буду сейчас непробиваемым законом кормы. Но это его нога.
Зачем он? А, он, знаешь, он специально, что, чтобы, что мы его типа одни убьем, это. Шепот. Давайте вниз, друзья. Прыжок веры. А ну да. А ну все. Нам дали парашют так-то. Ну так-то парашют, конечно, капюшон так бы через день пишется. Рад познакомиться. Парашюти, да? Парашюти. Нифига себе. Новая броня, новая термоштопсель. Инженер, это главный мужик в этом зале. Но без танка, мужики, у нас есть хил, это главное. А, у него вылетело. Чё за сранец? Он виноват, что у него интернет такой. Я знаю, что такое обидное. Нет, записывается экран, знаешь, что такое обидно. Я не включал закон кормы. Что за нахрен? Я не включал закон кормы. Я? Это я могу только закон кормы включить. Я единственный весьма нахрен. Я его не включал. Нечаянно, как я должна гибить? Может нажал, да, действительно. Когда вот здесь вот так вот убирался, эту штуку Этот еще круче, чем тот. Тоже, кстати, Палыч. Пал. Читать надо. В общем, не восприимчивым уклон у тебя делаю вообще. Так, ну думаю, сегодня мы до 5 проклянчимся с 55 уровнем. Да, мы будем сегодня до 55 прокачиваться. Так, понятно, что пора заканчивать. Это, в принципе. Пушки ясно. Я не знаю, кому еще там. В общем, езди в японском, это будет ясно. А мы его уже, там последний босс у нас идет. Раньше здесь было больше боссов. Да. Да, тебе еще идти. Да, кстати, Данил, он новичок у нас в Вовчике. Давайте похлопаем его с успешным началом. Да. Что Вовка требует срального ведра и других принадлежностей. Я успел себя подхилить. Я такой думаю. Нет, я так. Да. Я такой еще думаю, надо бы подхилиться. Такой подхи. Он такой. ХП 95. Он замахивается, я подхилился. И он еще и кританул. Да, просто. Охрененная доля просто. Чё вы их расшатали-то, а, ё-моё, иди сюда, на, сейчас буду по массу бить. Конечно, урон будет маленький, естественно. А знаю, у меня урон вот этой вот штукой, если ты бьешь одного, то он большой, если ты бьешь двух, то он делится на два, и так далее, он просто будет делиться на каждого человека. Ну вот, да, считай, много наношу.
блин, кого я бью? Я не пойму, кого я бью. Это не понятно, сколько сразу убью. Да, увидишь, что две циферки, это только я бью. А красные циферки, это когда меня бьют. Меня будут очень часто бить. Нет, подожди, а ты не видишь, что ли? Нет, других не видно. Но я для этого река, он сколько другие нанесли урона, и сколько я нанесу. Чуть ли вообще. Вот Келлинка, это танк, новый танк Келлинка, вот он. Он уже 36 тысяч урона нанес. Теперь 40. Я, в принципе, я не должен буду смотреть, но как бы ладно. Вот как бы мы ушатали до хрена народу. Так, да. Вот, если кому надо, на мои эти наступаем, у кого хп мало. И работаем. Вон там за дверью у нас последний босс стоит. Я его зовут Вася, и он... Вася, а её... Я под последний момент всех бафнул, чтобы все были сильнее. Я просто хиро какой-то. Надо сначала всех бафнуть. Так надо было. Ну да. Надо было. А, надо было после бафа. Надо было их вообще в начале данжа бафнуть. Чтобы они весь данж были сильнее. Ну что, инженер Керамоштопсель, давай иди сюда. Гном Эриган не твой. Гном Эриган, гном. Да, его уже не легки все разносятся. На то он и босс 29 уровня, чтобы его все убивали. Но я уже наполовину 29, сейчас еще квест дам, будет точно наполовину. Кабум! Щит, он нам не нужен. Давайте откроем сумочку и посмотрим, что нам попалось. Нам попались рукавицы, которые на хила, в принципе, они нам не нужны. И эти тут, как обычно, за сами, что ли, напали. За колонкой стоят. Так, да. Что, боятся они? Да хер его знает, мы уже его убили. Итак, друзья, давайте сейчас мы только сдадим квестики, все, которые мы нашли в безопасное место. Да, и давайте закончим первую часть, хотя я не буду говорить, просто мы ее закончим, потом начнем следующую. Итак, старым, да, ребята, всем привет, это вторая часть. В принципе, пока жру мы сейчас поставим на закачку, как он? Нет, мы не будем, наверное. Потом я поставлю один, когда закончим записи все, я поставлю. Уши не загружаются, все части. Да, тигра. Итак, друзья, у нас сейчас, возможно, будет 29 уровень, что, конечно же, должно произойти по-любому. По-любе. Вот это охотник у нас тут на следочке такой. 2800. Я думаю, нам не хватит. Нам не хватит совсем чуть-чуть, поэтому давайте отмудохаем эту бешенку. Может, у нас тогда получится, я не знаю. Чудо. Опыта? А, жизнь. Нет, тут даже если одиночный босс, то у них не может быть столько здоровья, у них максимум там будет 1004, наверное. Значит, там же были там боссы? Ну, нет. Да, они, это считается, нет, это считается как мини-босс. Да, вот. Там большие, вот, вот огромные, из которых падают какие-то крутые вещи, вот, шмотки. Давайте по пути будем уничтожать все, что видим, чтобы... Нам уж точно досталось. Да, так. Ну, я думаю, здесь 2900, и здесь 2900. И я думаю, нам по-любому должно хватить. А мне кажется, что хватит. Чем я могу помочь? Ну да. Эти штуки, вот эти две штанишки были. Вот эти, вот эти штанишки, они тебе будут хороши, кстати, когда мы будем играть эти штанишки. До встречи. Они тебе будут просто замечательны. Стёп, тарам, 29-й левел, давайте поздравим меня. Танцующий журавль, ветер северный,
А я посрал и посрал и покакал. Удар тебя? Нет, мне ничего не открылось, написано. Ну, не знаю. Оно не открылось, если так будет. Давайте посмотрим, подземелье нам никакие не открыли. Сейчас бы нам сходить потом в залы Алого Одина. Но пока, друзья, давайте прощаться, прощаться и прощаться. Ну да, действительно, ненадолго. Так, действительно, давайте, ребят, всем пока!